Всем привет! Мы находимся сейчас в городе Познань, Польша. И идем с Сережей искать банк. Нам нужно закрыть один банк. Мы его ищем. Вот здесь такие вот красивые здания старинные. Тоже такие здания. Вот какие здания красивые, старинные везде. Трамвайчик проехал новенький. А вот он и Сережа. Мы находимся в городе Познань-Глумный. Я это уже прокомментировала. Старинный город с своими зданиями. И здесь вот люди живут прекрасно, красиво, культурно. На балконах, вон, заснимите, пожалуйста, оператор, цветы. Вот здесь еще мало цветов на балконах. Обычно на балконах гораздо более цветов. Я долго не буду снимать, чтобы можно было отправить. Сегодня мы решили выехать пока в ожидании документации. Здесь все больше четко. Документация вся это делается. А мы решили порешать наши вопросы, прогуляться и показать вам вот красивые трамваи, какие прекрасные. Посмотрите, вот идут цивилизацию. Машины какие, состояние машин прекрасное, на которых можно садиться и ехать. Это кругом одни иномарки. Нет ни запорожцев, ни жигулей. Нет никаких там ланосов, не видно даже. Даже ланосов не видно даже вообще. И заканчиваем наш сегодняшний пока репортаж. Мы потом еще вам отснимем, еще покажем эту всю прекрасную Польшу, эту Европу, к которой мы должны стремиться, не забывая, дорогие, о духовности и не забывая о трех ангельской вести. Все, всем пока-пока. Пока-пока.